Сметано-чесночный соус. Всем привет, сегодня готовим. Достаточно простой рецепт. Этот соус можно подавать, традиционно его подают к рыбе, но я думаю, что он будет хороший к мясу тоже. Почему? Потому что, в принципе, свежая сметана, чеснок, укроп, горчица, все ингредиенты, которые сделают такой соус, свежесть, такую весеннюю свежесть будет, весеннюю свежестью будет давать. В общем, мне, как мне, он очень нравится. Сейчас покажем полностью, каким образом мы быстренько его приготовим. Сметанно-чесночный соус. Значит, естественно, это понятно, нужна будет сметана, чеснок. Еще я буду использовать зелень укропа, горчицу и немножко соли по вкусу. Значит, приступаем. Сметана. Здесь у меня где-то, ну, примерно 150 грамм. Какую-то мисочку такую удобную, чтобы было вам удобно мешать. К сметане я добавляю в сметано-чесночный соус где-то пол чайной ложки горчицы. Ну, для такой пикантности вкуса. Размешиваю сметану с горчицей. Укроп нарезаю мелко. Любите крупно, нарезайте крупно. Мне нравится мелко. Значит, вот к этой смеси сметаны с горчицей. И немножко подсаливаю прямо на укропчик. Перемешиваю. Теперь чеснок. Или на чесночнице, ну, на которой давим чеснок. Если у вас нет, можно натереть на мелкой терке. Если вы любите кусочками, прям так, чтобы чеснок у вас чувствовался кусочками, порежьте мелко ножом. Зависит от вашего вкуса. Просто натираю. Количество чеснока, сколько зубчиков, вы тоже сами регулируйте. Любите поострее, больше добавьте. Если просто, чтобы чувствовался запах чесночка, значит, можно меньше. Натертый чеснок сюда же, к соусу. Еще немножко натру. То есть, в принципе, соус этот очень быстро готовится. Ингредиенты очень доступные, простые. Натертый или отжатый чеснок перемешиваем со сметаной, с горчицей и с рубленым укропом. Вот такой соус буквально за минуту у нас получился. Очень вкусный, к рыбе, к мясу, к овощам. Готовьте, приятного аппетита! Ну вот вы видели, как мы его готовим. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал. Ставьте традиционно лайки, там внизу, там под видео. Всем пока!